Добрый день, меня зовут Мельник Виктория. Я являюсь тренером Большого международного конного клуба «Продар». Сегодня мы поговорим с вами о необходимости планирования тренировочного процесса. План тренировки необходим для конкретизации задач. Тренировка состоит из трех частей – разминка, основная часть и заминка. Во время разминки мы разогреваем лошадь и параллельно разогреваем всадника, мышцы, связки, сухожилия, переходы в галоп, вольты, различные фигуры. Основная часть тренировки – мы объясняем, что мы будем делать, какие цели мы преследуем, какими упражнениями мы будем их добиваться. И третья часть тренировки – заминка. Во время заминки мы даем лошади потянуться вниз, предлагаем всаднику поездить галопом, рысью, можем предложить поездить без стремян. И обязательно в конце тренировки мы должны обсудить, что у нас получилось, как получилось, и почему у нас получилось фигуры или какие-то элементы, которые мы хотели выполнить хорошо, и что не получилось, и что необходимо сделать для того, чтобы это исправить. Очень важно, чтобы тренировка закончилась на позитивной ноте. Всадник получил удовольствие от проделанной работы и с удовольствием вернулся к нам. Thank you.